поставил на научный фундамент. Фундамент создали наши величайшие физиологи. Они как песни создали вот военные. Этот фундамент гигантский Павлов, Мечников, Угрю создали такой, но экспериментальный. Он фундамент мощнейший, но он мертвый. Он не приносил пользы людям. И Павлов говорит, когда-то появится врач, который синтезирует все наши знания, которые дала физиология на животных, и перенесет на человека. Когда-то такой врач, супермастер всего человеческого организма, понимаете? И вот он нашелся. Один в мире, один. И я принес все труды свои в музей, почему я еще раз приехал сюда поддержать своего друга. Вы знаете, он как на велосипеде ездил и на балалайке играл, оружие по станице, понимаете? Спасибо.